Был у майора Деева товарищ майор Петров. Дружили еще с гражданской, еще с 20-х годов. Вместе рубали белых шашками на скаку. Вместе потом служили в артиллерийском полку. А у майора Петрова был Ленька любимый сын. Без матери, с приказами, рос мальчишка один. И если Петров в отъезде бывало, вместо отца друг его оставался для этого сорванца. Вызови Деев Леньку, а ну поедем гулять. Сыну артиллериста пора к коню привыкать. С Ленькой вдвоем поедем в лес, а потом в ковер. Бывало, Ленька спасует, взять не сможет барьер. Свалится и закнычит. Понятно, еще малец. Деев его поднимет, словно второй отец. Подсадит снова на лошадь. Учись, брат, барьеры брать. Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать. Ничто на жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. Прошло еще 2-3 года, и в сторону унесло Деева и Петрова военное ремесло. Уехал Деев на север и даже адрес забыл. Увидеться — это здорово, а писем он не любил. Но того должно быть, что сам уж детей не ждал, а Леньке с какой-то грустью часто он вспоминал. 10 лет пролетело, кончилась тишина, громом загрохотала над родиной война. Деев сдался на севере, поля на груши свои, иногда по газетам искал имена друзей. Однажды нашел Петрова, значит, жив и здоров, родители его хвалили. На юге дрался Петров, потом, приехавши с юга, кто-то сказал ему, что Петров Николай Егорович геройски погиб в Крыму. Деев вынул газету. Спросил, какого числа, и с грустью помню, что почта сюда слишком долго шла. А вскоре в один из пасмурных северных вечеров, где его в полк назначен был лейтенант Петров, Деев сидел над картой при двух чадящих свечах, вошел в высокий военный, косая сажень в плечах. В первые 2 минуты майор его не узнал, лишь босок лейтенанта о чем-то напоминал. А ну! Победитель свету и свечку к нему поднес. Все те же детские губы, все тот же куносый нос. А что усы, так ведь это сбрить и весь разговор. Ленька, так точно, Ленька, он самый товарищ майор. Значит, окончу школу, будем вместе служить. Жаль до такого счастья, отцу не пришлось дожить. У Леньки в глазах блеснула непрошенная слеза. Он скрипнул зубами молча, отер рукавом глаза. И снова пришлось майору, как в детстве ему сказать. Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать. Ничто на жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. А через 2 недели шел в скалах тяжелый бой. Чтоб выручить всех, обязан кто-то рискнуть собой. Майор к себе вызвал Леньку, взглянул на него в упор. По вашему приказанию явился товарищ майор. Ну что ж, хорошо, что явился. Оставь документы мне. Пойдешь один без радиста, рация на спине. И через фронт по скалам, ночью в немецкий тыл. Придешь по такой тропинке, где никто не ходил. Будешь оттуда по радио вести огонь батарей. Ясно? Так точно ясно. Ну так иди скорей. Нет, погоди немножко. Майор на секунду встал. Как 10 двумя руками... Леньку к тебе прижал. Идешь на такое дело, что трудно прийти назад. Как командир тебя туда посылать не даст. Но как отец, ответь мне, отец я тебе или нет? Отец, сказал ему Ленька и обнял его в ответ. Так вот, как отец, раз вышло на жизнь и смерть воевать. Отцовский мой долг и право сыном своим рисковать. Раньше других я должен сына вперед посылать. Держись, мой мальчик, на свете 2 раза не умирать. Ничто на жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. Понял меня, все понял. Решить идти, иди. Майор остался в землянке, снаряды рвались впереди. Где-то гремело и ухало, майор следил по часам. 100 раз было бы легче, если бы шел он сам. 12, сейчас, наверное, прошел он через посты. Час! Сейчас он добрался к подножию высоты. 2! Он теперь, должно быть, ползет на самый хребет. 3!
поскорей бы, чтоб его не достал рассвет. Дейв вышел на воздух, как ярко светит луна, не смогла подождать до завтра, проклята будь она. Всю ночь шагая, как ватник, глаз майор насмыкал, пока по радио утром донесся первый сигнал. Все в порядке, добрался, немцы левее меня, координаты 3-10, скорее давайте огня. Орудия зарядили, майор рассчитался сам, и с ревом первые залпы ударили по горам. И снова сигнал по радио, немцы правее меня, координаты 5-10, скорее еще огня. Летели землей скалы, с того поднимался дым. Казалось, теперь оттуда никто не уйдет живым. Третий сигнал по радио, немцы вокруг меня. Бейте 4-10, не жалейте огня. Майор побледнел, услышав 4-10 как раз. Там-то, где его Ленька должен сидеть сейчас. Но не подавшим виду, забыв, что молодцом, майор продолжал командоваться спокойным лицом. Огонь! Летели снаряды. Огонь! Заезжая скорее по квадрату 4-10, было 6 батарей. Радио час молчало. Потом донесся сигнал. Молчал, оглушило взрывом. Бейте, как я сказал. Я верю в свои снаряды. Не могут тронуть меня. Немцы бегут. Нажмите. Дайте море огня. И на командном пункте, приняв последний сигнал, майор, воглохшее радио, не выдержав, закричал. Ты слышишь меня, я верю, смертью таких не взять. Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать. Никто у нас жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. В атаку пошла пехота, к полудню была чиста. От убегавших немцев скалистая высота. Всюду валялись трупы, раненые, но живой. Был найден еще Ленька с обвязанной головой. Да размотали повязку, что наспех он завязал. Майор поглядел на Леньку и вдруг его не узнал. Был он, как будто прежний, спокойный и молодой. Все те же глаза мальчишки, но только совсем седой. Он обнял майора прежде, чем в госпиталь лежать. Держись, отец, на свете два раза не умирать. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка теперь. Вот какая история про славные эти дела. На полуострове среднем рассказана мне была. А вверху над горами все так же плыла луна. Где-то грохали взрывы, продолжалась война. Трещал телефон, и, волнуясь, командир по землянке ходил. И кто-то, так же, как Ленька, шел к немцам сегодня в тыл.